Приветствую! За уклонение от мобилизации конфисковали имущество. С такими заголовками вы могли столкнуться в сети за последние пару дней. И все эти публикации, они отсылают нас к одному единственному приговору, который вынесен в Хмельницкой области. И в этом видео мы с вами почитаем этот приговор, разберемся с тем, что же там написано, действительно ли за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины могут конфисковать имущество. И, собственно говоря, нужно начать с чего? Нужно начать с того, что ситуация там была достаточно стандартная. Человек пришел в ТЦК. Каким образом он там оказался, мы не знаем. История об этом умалчивает. Но мы знаем, что он там оказался. Он прошел ВЛК, был признан пригодным к воинской службе получил повестку на отправку, так называемую боевую повестку, и в назначенный день он не явился. И было это все в конце февраля, начале марта 24 года. В суде он признал свою вину, он действительно сказал, что да, у меня права на отсрочку нет, и я просто вот, ну, не пришел, я хотел там отдохнуть перед войной и все такое. Вот не пришел и не пришел, он свою вину признал. И суд в итоге признал его виновным. И вот давайте теперь перейдем к самому приговору и посмотрим, какое же наказание определил суд. Вот этот приговор, ссылочку на него я оставлю в описании, чтобы вы могли зайти и проверить. Обращаю внимание, 28 августа 2024 года, то есть это самое-самое свежее, что есть. І ми перейдемо сразу к той части, де суд ухвалив, да, ми будемо читати сразу, яке ж рішення суд прийняв. І от що ми читаємо: що суд вирішив визнати винуватим у вшиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. І так, признали виновним і дали 3 года. А далі, якщо почитати второй абзац, то можна знайти слідчі слова. Визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки і 2 місяці з конфіскацією належного йому на праві власності майна. То есть мы видим, что суд здесь сказал, с конфискацией належному ему на праве властности майна, але крим житла. И прочитав вот это, может сложиться впечатление, что человеку за уклонение от мобилизации конфисковали имущество. И, собственно говоря, к такому выводу и пришел тот журналист, который первый опубликовал соответствующую статью, но, но мы с вами же не такие, мы с вами будем разбираться в юридических тонкостях, а если в них разобраться, то мы с вами знаете, что увидим? Мы увидим, насколько гуманный суд. И не спешите сейчас с язвительными комментариями, потому что я вам действительно покажу, насколько гуманный судья, и покажу, что по этому приговору у человека не то, что имущество не конфисковали, ему за уклонение от мобилизации дали всего лишь один месяц лишения свободы. Да, вот так вот один месяц лишения свободы получил этот человек именно за уклонение от мобилизации. А теперь вернемся к приговору и начнем разбираться в деталях. А в каких же деталях не разобрался журналист? Ну, во-первых, друзья, всегда нужно читать юридические документы полностью, да и любые другие документы. И вот этот абзац, который, часть из которого сейчас выделена, вот если мы полностью прочитаем, то мы увидим, что здесь суд пишет, что на подставе частины 4 статьи 70 Криминального кодекса Украины за сукупностью криминальных правопорушений, шляхом часткового складания вызначенного покарания с покаранием, Призначеним вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10 липня 2024 року визначити остаточне покарання. А що це все значить? Що з чим складував суд? Давайте ж з цим розбиратися. А якщо ми з этим будемо розбиратися, то ми выясним следующе. А выясним мы, что история этого человека не такая уж и стандартная. И этот человек на самом деле уже обвинен в итоге в трех преступлениях, и ему вынесено три приговора. И так совпало, что это все вынесено вот в течение э, последних нескольких месяцев, и совершал он эти правонарушения в течение последних нескольких месяцев. И вот он в феврале совершил, соответственно, уклонение от мобилизации. Потом у него был приговор по статье 309 Уголовного кодекса. И там ему штраф дали. И 309 статья это статья о наркотических и психотропных веществах, которые человек там приобретает, хранит, изготавливает для собственного потребления. Потом, со временем, за последние несколько месяцев этот человек совершил еще и преступление, предусмотренное статьей 307 Уголовного кодекса. То есть у него был приговор по 309, потом ему по 307 статье уже дали, а 307 это изготовление, продажа с целью сбыта наркотических веществ и психотропных. Вот. И по статье 307 Приговор уже был более жесткий. Давайте его посмотрим. Вот этот приговор от 10 июля 2024 года, на который ссылается суд. Ссылочку на него тоже оставлю в описании, чтобы вы могли проверить, почитать подробно его текст. Мы же перейдем сразу к резулятивной части. И вот что мы видим. Перше. Визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307, признали виновним. Далі за сукупністю вироків, а сукупність вироків, яка? Помните, я сказав, що у нього вже був приговор по 309 статті. І от за сукупністю вироків йому визначити остаточне покарання. У виді позбавлення волі на строк 4 роки і 30 днів з конфіскацією належного йому на праві власності майна, крім житла. 4 роки і 30 днів з конфіскацією належному йому на праві власності майна, крім житла. Итак, отслеживаем еще раз всю историю. Сначала в апреле приговор по 309 статье и там штраф и исправительные работы. Потом он совершает снова преступление, суд признает его виновным по 307 статье. И он говорит, что поскольку ты уже совершил недавно преступление, мы складываем по правилам, которые предусмотрены действующим законодательством, и говорим, что теперь ты понесешь наказание в виде 4 лет и 30 дней лишения свободы. После этого выносится наш приговор по 336 статье. И что получается? Еще раз, еще раз акцентирую ваше внимание. По 309 человеку дали 4. Года и 30 дней лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья. Запомнили это. 4 года 30 дней с конфискацией. И еще раз посмотрим наш приговор по 336. Обращаем внимание, что по 336 за уклонение человек получил окончательное наказание с учетом совокупности наказаний по трем приговорам, по трем подчеркиваю, на срок 4 года и 2 месяца с конфискацией имущества, кроме жилья. 4 года и 2 месяца. Так что же, какое наказание человек получил именно за уклонение от мобилизации? А за уклонение человек получил всего лишь один месяц. Потому что наказание по приговору по 336 отличается от наказания по предыдущему приговору по 309 статье всего лишь в один месяц. А 4 года и один месяц и конфискация имущества у него уже была. А суд здесь за уклонение от мобилизации увеличил наказание только лишь на один месяц. Друзья, ну если вы досмотрели видео до этого момента, огромнейший респект, потому что я прекрасно понимаю, что эта информация достаточно тяжелая для восприятия, для понимания людей, которые не являются юристами. Я старался вот максимально упростить, да, сделать эту перевести с юридического языка на понятный человеку язык. Надеюсь, у меня это получилось. И надеюсь, вы увидели всю историю. Да? Был приговор по 309 статье. Потом был приговор по 307 статье. По 307 ему уже дали 4 года плюс 1 месяц плюс конфискацию имущества. А потом появился приговор по 336. И там 4 года плюс 2 месяца плюс конфискация имущества осталось с предыдущего приговора. И последний приговор по 336 увеличен лишь на один месяц. К чему это я все веду? Но, к сожалению, не всегда та информация, которую публикуют в сети, она является достоверной. И не всегда надо ей верить, а если мы с вами еще раз посмотрим статью 336 Уголовного кодекса, то мы увидим, что там вообще нет такого вида наказания, как конфискация имущества. А по правилам установленным Уголовным кодексом Украины суд не может добавлять те виды наказания, которые просто не предусмотрены. Ну вот не может, запрещено это законом ему. И в этом случае, как мы видим, этого и не произошло. Суд просто оставил эту часть с предыдущего приговора. То есть суд даже дал не по верхней планке, да, то есть могли там 5 лет, допустим, дать по совокупности. Ну, потому что 5 лет максимальное по санкция по 336 статье. Но этого не произошло. И как я говорил, суд очень гуманно поступил, потому что ему назначили наказание за уклонение всего лишь в размере 1 месяц. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Ну а в конце я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока!